Не люблю я снимать видеообзоры на вещи, которые мне нравятся не очень сильно, но все-таки приходится. Вот такой вот современный вентилятор. Сегодня хочу вам показать. С простыми лопастями из МДФ. Небольшой. В корпус можно поставить несколько лампочек. Сейчас там стоит одна сигнальная лампочка. Управляется он пультом. Только что мы произвели процедуру его настройки на пульт. Кстати говоря, кому интересно, если открыть батареечный отсек у пульта, то здесь в батареечном отсеке есть набор, вот такой вот набор переключателей. И точно такой же набор переключателей в радиоприемнике, который ставится в основании люстры. Вот нужно, чтобы на пульте и на радиоприемнике переключатели стояли одинаково. Тогда люстры будут срабатывать. Можно на один пульт настроить ровно столько люстр, сколько захотите. Сотни, тысячи, миллионы, неважно. Они просто понимают один и тот же радиосигнал. Поэтому, если вы собрались поставить в одно помещение несколько люстр и управлять ими одним пультом, то нет никаких проблем, все это реализуемо. Если у вас уже есть вентилятор и вы хотите управлять пультом, то необходимо для этого вентилятора прикупить вот такой вот простой блочок. Вот он здесь у нас лежит за потолком, вот так вот он выглядит, вот такой простой блочок. Вот он туда прячется обычно. Это радиоблок, который понимает сигнал пульта. Без радиоблока или параллельно с радиоблоком можно управлять вентилятором со стенки, например, выключателем, диммером, как вам нравится. Это все реализуется. В работе вентилятор... Ну, не хорош, не плох. Вентилятор как вентилятор, без каких-либо особо выдающихся моментов. Ну, работает. Нормально. Вот я его сейчас включил на максимальную скорость. Слышен только шум от потока воздуха. То есть это вот моторы беззвучные, а сами лопасти, которые рассекают воздух, создают этот шум. Для невысоких потолков ножка у него короткая. Для высоких потолков можно приобретать ножку удлиненную за дополнительные деньги. Можно вешать на наклонные потолки. Есть реверс назад-вперед для использования в зимой и летом. Ну, такой вот он простой. Производитель Фара Барселона дает на эти вентиляторы, на все серии вентиляторов, гарантию 15 лет. Мы на российском рынке 3. Вещи беспроблемные. Хорошие беспроблемные вещи. Так что если вы рассматриваете ассортимент вентиляторов, то приезжайте к нам в гости. Мы вам покажем, что есть. Сами вживую пощупаете и поймете, что надо брать, а что брать не стоит. Удачи!